Администрация Дональда Трампа уже в первые недели с его вступления в должность президента США хотела ослабить санкции против России. Белый дом поручил Госдепартаменту разработать соответствующее предложение, но натолкнулся на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды экс-президента Барака Обамы. Об этом сообщил портал Yahoo News со ссылкой на многочисленные источники. Отношения с Россией Трамп хотел улучшить, чтобы получить в лице Москвы союзника в борьбе с террористами в Сирии. Планы по снятию санкций с России были отложены в связи со скандалом вокруг советника президента по национальной безопасности Майкла Флина. Он ушел в отставку после сообщения о том, что в декабре прошлого года обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком антироссийские санкции.